Зачастую, особенно в час пик, некоторые водители не пропускают спецмашины, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Ответственность за подобное нарушение правил дорожного движения предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкции предусматривают наложение штрафа в размере 500 рублей или лишение права управления транспортом на срок от 1 до 3 месяцев. За время профилактической операции в Сочи было проведено более 100 бесед с водителями о необходимости пропускать автомобили экстренных служб. В целом водители в городе сознательные и сразу же пропускают спецтранспорт. Ведь от каждой секунды промедления экстренных служб, возможно, зависит чья-то жизнь.